Гербицид Lawntrail Grand, какие сорняки ему под силу? Второй год веду борьбу с одуванчиками на газоне, вручную истребить не получается, часто остаются корни и сорняки снова отрастают. Знакомый посоветовал попробовать гербицид Lawntrail Grand, говорит, он им свою клубнику в саду обрабатывал, так все ненужное пропало. Когда можно опрыскать газон этим препаратом и сколько обработок требуется, чтобы полностью очистить его от сорняков? Всего 2 недели нужно этому препарату, чтобы полностью уничтожить даже такие трудноискореняемые сорняки с мощной корневой системой, как бодякасот. Гербицид Lawntrail Grand отличается не только высокой эффективностью действия, но и селективностью к обрабатываемым культурам. Главное – правильно выбрать время обработки, и тогда они не пострадают, а сорняки будут уничтожены до конца всего сезона. Кроме того, у гербицида широкий спектр применения. Это позволяет использовать его как на злаковых посевах, так и для обработки свеклы, газонов, клубники и даже цветочных, декоративных растений. Гербицид Lawntrail Grand в состав и действие препарата активным веществом препарата является клапиралид с избирательным действием. Полностью парализуя и останавливая развитие сорных растений, для обрабатываемых культур гербицид не опасен и не влияет на их дальнейшее развитие. Рабочий раствор проникает в сорняки через листья и распространяется по всему растению, доходя и до корневой системы. В результате происходит остановка деления клеток, постепенное полное отмирание и надземной части, и корней. Первые признаки в виде потери тургора и пожелтения наблюдаются уже через 3 суток. Однолетние сорняки полностью погибают через неделю, многолетники и корнеотпрысковые – через 2. Препарат выпускается в виде жидкого концентрата или водорастворимых гранул. Против каких сорняков применяется гербицид Lawntrail Grand, используют для уничтожения двудольных однолетников и корнеотпрысковых многолетних сорняков. Он эффективно справляется с такими сорными культурами – бодяк, осот, одуванчики, ромашка, амброзия, горец. Васильки, гречишка вьюнковая, щавель, подорожник, тысячелистник. Обрабатываемые культуры гербицидом Lawntrail Grand проводят послевсходовую обработку пшеницы, ячменя, рапса, ржи, овса, сахарной свеклы, льна, долгунца, садовой земляники, газонов, декоративных цветочных культур. Например, посадок лаванды. Инструкция по применению опрыскивания проводится в теплую погоду без осадков. Минимальная температура составляет 8 градусов с тепла, максимальная – 25 градусов с дождь, прогнозируемые заморозки и ветер – противопоказания для проведения обработки. Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением. Норма расхода и сроки опрыскивания зависят от культуры, злаковые 0,6 мл – 1 квартал. Обработку проводят до выхода в трубку культур. Рапс 0,12 мл – 1 квартал. Опрыскивание, когда культура сформирует до 4 настоящих листьев. Озимый рапс нужно обработать, пока он не начал завязывать бутоны. Свекла 0,5–0,12 мл, 1 квартал. Обрабатывается в фазе 3 листьев. Землянику опрыскивают после сбора урожая, расход не более 0,6 мл. Газоны обрабатывают после первого укоса, расход 0,3 мл. Цветочные культуры опрыскивают ранней весной, расход 0,3–0,5 мл. Гербицид Lawntrail Grand можно смешивать с другими противозлаковыми препаратами, удобрениями, фунгицидами. За сезон достаточно одной обработки. Применение гербицида Lawntrail отправить комментарии, подписка на комментарии. Теперь наши статьи про выращивание растений и другую удачную жизнь на канале Яндекс.Дзен. Похожие видео. Волшебная ампула для семян и рассады, препарат цитует 18 мая 2018 года, борьба с вредителями сада при помощи биологических препаратов 18 мая 2018 года, чтобы защитить сад весной, готовим препараты осенью 18 мая 2018 года. Новые статьи выращиваем на открытой грядке томат, большая мамочка 31 июля 2021 года, как изготовить. Улиуда в домашней мастерской 28 июля 2021 года, плюсах конструкции кассетного павильона Берендей 26 июля 2021. Невзрачная трава сушеница топиная, верный страж нашего здоровья 26 июля 2021 года, оригинальный. Сорт томатов Ляшин с бутылочными плодами 22 июля 2021 года, гербицид Lawntrail Grand в состав и действие препарата.
Активным веществом препарата является клоперолит с избирательным действием, полностью парализуя и останавливая развитие сорных растений. Для обрабатываемых культур гербицид не опасен и не влияет на их дальнейшее развитие. Рабочий раствор проникает в сорняки через листья и распространяется по всему растению, доходя и до корневой системы. В результате происходит остановка деления клеток, постепенное полное отмирание и надземной части, и корней. Первые признаки в виде потери тургора и пожелтения наблюдаются уже через трое суток. Однолетние сорняки полностью погибают через неделю, многолетники и корнеотпрысковые – через две. Препарат выпускается в виде жидкого концентрата или водорастворимых гранул. Против каких сорняков применяется гербицид? Лонтрел Грант использует для уничтожения двудольных однолетников и корнеотпрысковых многолетних сорняков. Он эффективно справляется с такими сорными культурами: бодяг, осот, одуванчики, ромашка, амброзия, горец, васильки, гречишка вьюнковая, щавель, подорожник, тысячелистник. Обрабатываемые культуры гербицидом Montreal Grand проводят послевсходовую обработку пшеницы, ячменя, рапса, ржи, овса, сахарной свеклы, льна, долгунца, садовой земляники, газонов, декоративных цветочных культур, например, посадок лаванды. Инструкция по применению опрыскивания проводится в теплую погоду без осадков. Минимальная температура составляет 8 градусов с тепла, максимальная – 25 градусов с дождь, прогнозируемые заморозки и ветер – противопоказания для проведения обработки. Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением. Норма расхода и сроки опрыскивания зависят от культуры. Злаковые – 0,6 мл – 1 квартал. М. Обработку проводят до выхода в трубку культур. Рапс – 0,12 мл – 1 квартал. М. Опрыскивание, когда культура сформирует до 4 настоящих листьев. Озимый рапс нужно обработать, пока он не начал завязывать бутоны. Свекла – 0,5-0,12 мл – 1 квартал. М. Обрабатывается в фазе 3 листьев. Землянику опрыскивают после сбора урожая, расход не более 0,6 мл. Газоны обрабатывают после первого укоса, расход 0,3 мл. Цветочные культуры опрыскивают ранней весной, расход 0,3-0,5 мл. Гербицид Lontrel Grand можно смешивать с другими противозлаковыми препаратами, удобрениями, фунгицидами. За сезон достаточно одной обработки.